Сегодня у нас суббота, возьмем бутылочку виски и будем расслабляться после всех этих стрессовых дней снегопада. Магазин Теска сегодня открыт, посмотрите, парковка, ну не забита, но реально много, вот там прям возле входа в магазин все ставят. Да, походу еще не все очухались после этих природных катаклизмов, это вот мясная полка. Идем посмотрим, что с вискарем. Литровая бутылка, 0,7, 0,7, 0,7. А это было на скидках по двадцатке? Французская, кстати, хорошая водка, ничего такая. За 13 евро? Да. Я никогда не пил такой. Попробуем. Blended Scotch виски. Это самое дешевое, что здесь есть? Нет. Дешевле нету. Давай спросим у Сани вот эту Bushmills. Так что лучше, за 21 Bushmills или Scotch Club? По цене лучше Scotch Club, конечно, он дешевле. А по вкусу понятия не имею. А в коктейлях я по логике с колой разницы не будет. Берем одно это или две? Одно. Не, одно это и... Всегда приедем за второй, мы тут рядом живем. И сайдер. И сидр? Да. Всем привет, друзья. Ну вот и настало время, когда приходится нам протестировать этот электровелосипед под названием Carrera. Если вы смотрели предыдущее видео, то вы видели, как мы покупали велосипеды, ну, видели, как мы выбирали различные, и мой отец остановился именно на электрическом, потому что ездить ему на работу не так далеко, но сам он не молод и решил выбрать себе что-то такое, что облегчит его езду. И мы остановились именно на этом велосипеде. Велосипед этот обошелся в 1400 евро, плюс-минус, я точно не помню цену. В общем, он стоит, обычный велосипед со скоростями, плюс такая вот электрическая батарея. Заряд батареи вы можете проверять, нажав на эту кнопку. Посмотрите, еще 4 палочки у нас есть. И проехать на полной батарее вы можете примерно до 100 километров. Ну, все зависит, наверное, еще от дороги, по которой вы едете. Если будете выехать в гору 100 километров, конечно, вы проедете гораздо меньше. Определенные примочки к этому велику докупили мы сами. Это фонарик один, фонарик в задний. Также такой трос, чтобы велик не сперли, если вы где-то его хотите прицепить, оставить. Все очень удобно. Не хватает только, по-моему, насоса. Ну, хрен с ним, надеюсь, мы не проколем колесо. Смотрите, какая отличная погода сегодня. Плюс 12, по-моему, плюс 13. Небо красивое, солнышко светит. Я думаю, самое время протестировать этот байк. Он у нас уже давно. Папа его купил уже больше месяца назад. Пару раз он на нем ездил. Тоже не часто он ездит почему-то. Ну, в общем, пришло время прокатиться на нем и мне. Приехали за сигаретами, поскольку папа курит, приходится покупать сигареты не в магазине, а у различных людей, которые их продают. Ну, типа у барыг. Короче, так стоят сигареты в магазине пачка, если не ошибаюсь, пачка того же Marlboro, 11 евро с центами. То есть это очень много. А если брать у барыг, это стоит, по-моему, 45 или 50 евро. Ну, смотря в каком районе, в каком городе, это в Дублине может по 55, по 60 быть. Смотря где и у кого. А вот, кстати, и он. Ну вот, Винстон, блок Винстона, что тут, рукой ту... Латышский. Литовский. А, да, литовский, я думал, латышский. Мяски рукити, да бар. Да, литовцы, да. 45 евро, 10 пачек, это 4,50 за пачку. А в магазине тоже Винстон, кстати, буквально лет 6 назад начали продавать, потому что в Ирландии Винстона не было. И вот только из-за приезжих, потому что много поляков, литовцев, русских и... украинцев и всех-всех подряд, в общем, нашего брата, и начали продавать то, что курим мы. Взяли мы бутылочку такого вискаря, это Blend Scotch виски. Такого еще не пробовал. Это был самый дешевый в магазине. Но знаете, когда вы мешаете виски с колой, абсолютно не важно, какого вкуса вискарь, потому что кола все перебьет, лед, то есть вы вкуса не будете чувствовать. Когда вы пьете чистяком, тогда совсем другое дело.
Также еще взяли мы немножечко сидорка полирнуть. Это такой Orchard Deeps. Это самый вкусный сидр, который продается в Ирландии, потому что у них один кисляк, а Orchard, он такой сладенький и вкусненький. Также у нас такой вот офигенский багет, он стоил 75 центов. Так, багет стоит евро, но по 75 центов их продают потом в середине дня. Из него мы сделаем два огромных бутерброда с лососем. Так что погода у нас все уже наладилась. Посмотрите, снега вообще нету нигде. Поэтому как будто ничего и не было, никаких катаклизмов в нашей части Ирландии точно. Конечно, Уотерфорд и Дублин. У Аньки там машина, она только успевает разгребать. Там еще жопа ее, он будет еще, наверное, 2-3 дня точно таять. Там вообще еще будет все напряжно. А здесь обычный стандартный ирландский пасмурный день. У нас здесь такой мониторчик, показывает заряд батареи. Также у нас есть пульт, смотрите, можете переключать эко, абсолютно все выключить, тур, клаймп, это то есть горку и спорт. Ага, понял. Короче, я думаю, первый заезд мы сделаем во дворе, чтобы не выезжать на дорогу, чтобы сильно не позориться. И, кстати, очень спереди прикольная амортизация, смотрите. Я вот даже когда на него садился, очень так прикольно, мягенько, такой мягкий велосипед. Я на велосипеде ездил 1000 лет, если честно, потому что все время машины. Так что, я думаю, первый заезд можно сделать, но во дворе. Что, пробуем? Легко и чувствуется, слышно, как включается двигатель. Блять, чуть не улетел. Короче, очень опасно ехать с камеры, надо быть очень аккуратным. По-моему, я слишком сильно нажал тормоза, к ним тоже надо привыкать. Ну что, я думаю, тест мы прошли, можно выезжать на дорогу общего пользования. Ну что, с Богом. Кстати, было бы круто этот фонарик заменить на мою камеру, чтобы тут стояло. Слушай, все очень круто ехать. Ты крутишь педали не сильно, а велосипед тянет, как будто ты уже 5 крутков сделал. У меня наставлено на эко, что-то он мало прет. Я думаю, надо поменять что-то в настройках. Давайте сменим наши настройки, посмотрим, будет ли он ехать быстрее. Потому что сейчас я разогнался до 22. Блять, не привык к этим тормозам. Сейчас будем делать огромный бутерброд из этого багета. Два бутерброда с лососем. Масло намазано, выглядит это вот так. Осталось только положить лосось, и бутики готовы. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Хватит ли вообще у нас лосося? Ну как вам такое? Хватило лосося прямо тютелька в тютельку, так сказать. Как, дед? Дед, нормально. Фу, сама не воняет. Кирилл уехал на день рождения. Кирилл. Я убрал весь дом. Все чистенько, красивенько. Кирилл вернулся. И начал играть с кинетическим песком. Крутой песок, да? Да. Только что он под столом делает, я вообще понятия не имею. Блин, Зай, ты все засрал. А что у тебя на лице? Ты солдат? Да. Армимен? Да.
Слушайте, ну круто, на электровелике никогда не гонял, но это охрененно. Вы крутите педали, один раз крутанули, как будто раз 5-8 крутанули. Он вам помогает и очень даже конкретно помогает. И эти все опции, они реально ништяковые. Все как вам надо. В горку, наставляйте в горку. Если на спорт не пробовал, думаю, на спорт можно разогнать еще больше его, потому что я уже на этой опции Climb разогнал его до 40 км в час. Думаю, на спорте можно больше. Погода все еще офигенская. Я думаю, сегодня она будет весь день такой. Весна пришла. Но как ни крути, в Ирландии это уже второй месяц весны. Поэтому уже хватит этих дождей, хватит этого снега ужасного. Минус 3 температуры ужасный. Так что все, оставайтесь, гоним дальше. Велик реально крутой. Ну что, включил я опцию спорт. Давайте посмотрим, как эта опция будет нас радовать. Ставим ногу на педаль и легонечко касаемся. О, слышите звук? Вообще разгоняется нереально сразу. Вообще круто. Что я могу вам сказать? Этот велик охуенный. Реально, эта батарея помогает конкретно. Вы можете сами менять функцию, менять скорости. Если кто-то скажет, нахрен мне эта батарея, я хочу заниматься спортом, выключите все и будете просто крутить педали. С небольшим отягощением даже. Так что тема бомба. Если есть деньги, берите. Если нет денег, берите, конечно, без электро. Но так тема. Для отца самое то, он не молодеет. Поэтому ему на работу иногда ездить с горочки под горочку. Велик Carrera. Мой тест прошел. Мне, кстати, понравилось. Давно не ездил, даже подустал на этих опциях с этой батареей. Так что оставайтесь с нами, не переключайтесь.